Друзі, як і обіцяв, що на початку першої години до нашої студії завітає ранкова гостя, з якою поговоримо стосовно працевлаштування за кордоном, яку країну варто обрати, де найкращі умови, ну і найголовніше те, чого хочуть усі. Попрацювати декілька місяців за кордоном для того, щоб грошей вистачило на півроку чи рік життя в Україні. Чи це реально, дізнаєтеся прямо зараз. Отже, радий представити нашу ранкову гостю Олеся Продан, спеціаліст з працевлаштування за кордоном. Доброго ранку вам. Доброе утро вам. Дякую, що ви з нами. Итак, если говорим о трудоустройстве за границей, в первую очередь, какие страны открыты к украинцам, к студентам, не только студентам? Куда можно поехать работать и, скажем так, быть уверенным, что вернешься? Я поняла. Отвечу на ваш вопрос так. Украинская молодежь, украинским студентам можно ехать везде, куда угодно. Это первое. Если мы говорим о нашей компании Exchange UA, то, в принципе, мы занимаемся такими программами, как Америка, как Китай, Германия, Арабские Эмираты. То есть в основном вот в эти направления, в эти страны едут участники, студенты, молодежь, которые непосредственно мы набираем и которые приходят к нам. А почему выбор идет именно на эти страны? Чем они так привлекательны? Вы знаете, привлекательны, во-первых, потому что, допустим, если мы берем Америку, да, или Китай, или Арабские Эмираты, это совершенно другая страна, это совершенно... что-то неизвестное нам. То есть понятно, что оно манит, оно всегда будет манить. А, безусловно, ну а что еще привлекает? Привлекает стабильность заработка в тех странах, безусловно, и возможность улучшить свой непосредственно язык, либо немецкий, либо английский, в зависимости, куда То есть, едет. Скажем так, сразу одной поездкой можно убить несколько зайцев? Конечно, конечно. Как всегда, мы хотим за маленький срок все сделать. Безусловно, это одна из главных целей, почему, в принципе, молодежь и студенты едут по таким программам, да, программам международного обмена, либо это просто программы, которые предоставляют только работу, например. Если мы говорим, да, вот для студентов, есть ли разница в этих программах? То есть для студентов, я так понимаю, определенно одни программы, для уже людей, которые имеют образование и работают, это абсолютно другие, и сроки тоже другие. Конечно, да, безусловно. Если мы говорим о студенческих программах, то это предусматривает период, который касается только летних каникул, да, то есть чтобы они, мы ни в коем случае не хотим мешать их трудовому процессу, поэтому в основном это либо зимний каникул, если вуз дает, допустим, там больше 2-3 недель зимних каникул. В основном для студентов это летний период. Вот, 2-3 недели, то есть даже на такой короткий срок, как по мне, может быть, да. Вот, например, у нас есть такая программа, как работа в Германии, это есть и зимняя, и летняя работа. Она предусматривает, можно, в принципе, даже ехать, ну, минимум, в принципе, может быть, не 2-3 недели, но минимум на месяц можно участвовать в данной программе. Скажем так, за этот период, ну, языковой барьер, ну, уйдет, а если говорим о финансах, будет нормально или все-таки здесь акцент только идет на самообразование? Языковой барьер, он уходит, наверное, в первые 2 недели, потому что через 2 недели они уже чувствуют примерно как рыба в воде. А если мы говорим о финансовой части, расходах, которые, в принципе, несет участник по программе, то зачастую в зависимости от программы. Вот, например, работа в Германии, да, предусматривает, может быть, минимальный месяц нахождения студента на территории Германии, то даже за полмесяца он абсолютно вернет ту расходную часть, которую потратил. Да. То есть, скажем так, это для нас, как для украинцев, которые хотят поехать, это весьма, ну, выгодно или хотя бы Очень покроет 100%. Очень выгодно, а покрывает 100%, даже больше. Вот, я предлагаю все-таки пройти по тем странам, которые вы уже говорили. Начнем, наверное, с Америки. Все же мечтают о странах и просторах, где дышится свобода. Свободно. Как быть там, какие программы рассчитаны на то, чтобы студенты либо работающие люди могли поехать в Америку и работать? Давайте начнем со студентов, да, то есть самая известная программа Work and Travel USA. Я думаю, кто только уже не слышал данной программы, везде можно найти эту информацию в интернете, в YouTube, пожалуйста. То есть данная программа, она предусматривает максимальный период, ее 4 месяца нахождения по программе. Безусловно, работают, путешествуют, зарабатывают, получают опыт работы, то есть, как говорится, впитывают что-то новое, помимо культуры, помимо языка, они видят тот образ другой жизни, и, соответственно, как говорится, опыт работы незаменим. Возвращаются другими людьми. В принципе, вы правы, именно так и происходит, да. Та молодежь, те студенты, которые заканчивают программу, возвращаясь в Украину, они абсолютно по-другому смотрят на свое будущее, да. То есть, если мы говорим о не студентах, например, то есть в основном по Америке мы ориентируемся на все-таки на студентов, что если мы говорим о работающих, это может быть работа на круизных лайнерах, например, американская круизная компания, то есть они могут выходить на территорию, куда
приходит судно в порт, они могут выходить непосредственно, либо, допустим, тоже Флорида, Майами и тому подобное, непосредственно, где, куда пришло судно, могут выходить, посмотреть на непосредственно город, попутешествовать, приобрести, там, купить подарочки, сфотографироваться и тому подобное. Если мы говорим вот о сроках работы, 4 месяца это по Work and Travel, да, если да. говорим о лайнерах и работе для людей уже, которые имеют образование, сколько тут период максимальный? Как я сказала, Work and Travel максимально 4 месяца, работа в Германии максимально 90 дней, то есть 3 месяца. Работа на круизных лайнерах, неважно, европейская компания либо американская круизная компания, идет 7-8 месяцев, плюс-минус 1 месяц. Работа, например, есть еще, это Азия, Китай в данном случае, преподавать китайским детям английский язык, это в школах, либо в тренинг-центр, там идут контракты на год, и так же самое Арабские Эмираты тоже контракт на год. То есть по срокам это понятно. Теперь идем дальше, у нас есть еще Германия, да, время летних каникул, мы поговорили, уже узнали, скажем так, что можно успеть даже за месяц окупить эту программу. Да. Насколько это популярно среди николаевцев? Популярно среди студентов со всей Украины. Нельзя сказать только среди николаевцев, потому что у нас есть представительства и в других городах, и представители нашей компании, поэтому популярны, безусловно, среди всех. Да, те студенты, которые знают немецкий на хорошем уровне, на разговорном уровне. Там только немецкий, английский не подойдет уже, да? Не подойдет. То есть есть работы, которые предусматривают средний немецкий и очень хороший английский. Вот так вот. Но в большинстве случаев все-таки есть с хорошим разговорным немецким. Поэтому... Опять-таки, мы тут на разговор именно, да? То есть да. в основном будет то есть работа грамматика, связана... да, они, что они общаются. То есть, в принципе, на грамматику особо никто не обращает внимания, безусловно, разговорный важен. Если мы говорим по этим программам, в любом случае подтверждение уровня знания языка должно быть. Как быть с этим? Это уже нужно вот обращаться в компанию, которая по этой программе сориентирует и, соответственно, будет вас как проводник вести все это время, или это можно самостоятельно получить, пройти тесты и, соответственно, получить уровень? Самостоятельно можно пройти тест на проверку, то есть любой студент, любой участник программы может самостоятельно проверить. В другом случае, если нет такой возможности, он придет в компанию, это сделает менеджер. То есть идет устное общение непосредственно с участником с данной программы, со студентами, и менеджер компании определяет данный уровень на тот момент. Есть международное там тестирование, да, которое обязано и обязаны как бы пройти все, кто хотят работать. Но вот Work and Travel, если я не ошибаюсь, есть еще проверка там по скайпу и так далее, общаются. Есть вы такое? Не ошибаетесь, абсолютно верно. Да? Если мы говорим о международных сертификатах, подтверждающих уровень языка, такого нету, кстати. Ни одной из программ, которых я перечислю. То есть менеджер общается просто с клиентом и определяет сам уровень, то есть подходит либо нет. Что касается скайпа, безусловно, это есть. Например, если мы говорим о Work and Travel, то да, идет перед подписанием или перед получением контракта с конкретным работодателем идет скайп-собеседование с будущим американским работодателем, это обязательное условие. Но также будет еще собеседование в американском посольстве, которое последует попозже. Вот так. Так что готовьтесь, так сказать, нервы еще пошалят, да? Готовиться надо в обязательном случае. А если мы говорим о работе в Эмиратах, как быть здесь? Многие же мечтают хотя бы просто попасть в Эмираты, а тут еще можно подзаработать. Как по окупаемости эта программа, ну и, соответственно, по длительности тоже? По длительности, как я уже сказала, это год идет. По окупаемости затратная часть абсолютно невысокая, небольшая, то есть можно окупить, а окупаемость где-то за месяц, может быть, чуть меньше. Что это за работы? Это сфера обслуживания. То есть, если мы с вами говорим работу на лайнерах, работа в Германии для студентов, работа Work and Travel для студентов и Арабские Эмираты, это сфера обслуживания. То есть, это всевозможные отели, рестораны, кафе, магазины. Только сфера обслуживания. А как быть, кстати, вот по этим программам, когда уезжает, проживание и все остальное, кто берет на себя это? Это участник программы или уже работодатель это предоставляет? В зависимости от вида программы. Да, то есть если мы говорим о лайнерах, понятно, что живут на суднах, проживание и питание бесплатно. Если мы говорим непосредственно о Арабских Эмиратах, предоставляется работодателям, в Германии тоже предоставляется работодателям. Единственное, что Work and Travel, наверное, в 90-80% случаев жилье предоставляется, не предоставляет работодатель. А есть у нас звоночек, мне активно символизирует, что есть он от нашего зрителя. Доброе утро, говорим вам, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Фирма. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о какой фирме идет речь? Как вас найти в Николаеве? Да. Спасибо, кстати, представилась только как меня зовут, а не назвала название компании. Компания называется Exchange UA. То есть, если, например, звонок с Николаева, вы можете найти нас по адресу, это гостиница Украина, проспект Центральный, бывшая улица Ленина, проспект Центральный, 73, 5 этаж, 510 офис.
То есть есть сайт exchangeway.com. Если нас смотрят люди, зрители из других городов, то нам можете зайти на сайт exchangeway.com, и там вы увидите все наши представители, которые работают от нашей компании. О Китае там была вот интересная, скажем так, программа, это обучение английскому в Китае. Китайских детей, да. Как быть здесь? Я так понимаю, что здесь-то уровень английского должен быть очень хороший. Да. Надо не раз, наверное, по Work and Travel съездить в Америку, и, соответственно, я думаю, что образование уже должно быть тоже. А насчет образования тут не ставится акцент. На что ставится акцент? Это непосредственно больше, наверное, эмоциональность человека. Он должен быть, не сколько у него должен быть хороший уровень английского, он должен быть в некотором роде еще аниматором. Это дети. В основном возраст от 2 до 6 лет. Грубо говоря, живой, да? Абсолютно верно, вы правильно говорите, да, живой, если так можно сказать. То есть это дети, на что еще больше акцентирует работодатель, я имею в виду китайский, это на произношение, на акцент. То есть очень важно, чтобы, пускай это будет не бывший участник программы Work and Travel, но это должен быть человек, может быть, он здесь преподает, он просто ходит на курсы, то есть, ну, то есть как бы занимается своим английским. То есть на что обращаю внимание, это на непосредственно способности такие анимационные, да, будущего работника, и, соответственно, конечно, уровень английского должен быть очень хороший, разговорный и акцента. Акцента не должно быть. Не должно быть. Вот так. То есть, да, они смотрят на то, чтобы акцент был более приближен к таким, знаете, как native speakers, то есть только те, кто именно родились в англоязычной стране. Для них это важно. Поэтому, скажем так, морально нужно понимать, что вы абориген просто американский. Да, да, что-то в этом. Это очень важно. Да, поэтому я говорю, китайские дети должны сразу слышать именно тот акцент, который правильный, абсолютно верно, да, правильный. Да, что большая проблема есть в Украине при обучении английскому языку, есть, да, к сожалению. А если мы говорим о различных этих работах, о различных программах, очень часто от участников тех или иных программ слышал, что есть разные работодатели, есть разная сумма, которую можно заработать на самом деле. Когда в первый раз едут, ну как бы, ну еще почву пробуют, потом уже понимают, как рыба в воде уже, кому, скажем так, трудоустраиваться, какие деньги требовать, просить и так далее. Как быть здесь? Как с первого раза, скажем так, не ошибаться? Ну, это задача, во-первых, компании, которая обращается к клиенту. Задача менеджера на основании того уровня языка, несмотря на способности клиента, он должен сориентировать либо подсказать. Вот смотрите, ну, в зависимости, конечно, от вида программы. Например, вы можете работать там-то, там-то, поехать туда-то, туда-то. То есть, понятное дело, что мы сами советуем, и мы говорим, допустим, вы можете поехать, да, вы такую-то сумму можете заработать. Если мы говорим, например, о студенческих программах, ну, где можно заработать? Там здесь чаевые, безусловно. Поэтому, если очень хороший уровень английского языка или регистрируется сначала клиент с средним, и занимается своим языком, то у него будет очень хорошая заработная плата, хорошие чаевые, с этим проблем не будет. Но, безусловно, это задача менеджера подсказать. Заработная плата везде. Есть эта ставка, есть заработная плата согласно часу, то есть в зависимости от вида программ. Ну и, конечно же, стоит, наверное, почитать отзывы о тех местах, где вы будете работать. Конечно. Может, это элитное какое-то заведение, где чаевые будут весьма больше, чем ваша даже зарплата. Более того, мы когда едем, допустим, если студенческие, если студенты, мы даем даже контакты тех участников, которые уже были в этом заведении, и они сами могут рассказать о своем опыте. Вот так, круто. Самое главное, помните о том, что если собираетесь подзаработать где-то за границей, обращайтесь к специалистам, которые помогут не ошибаться, ну и, конечно же, чтобы ваша первая программа и первая поездка не была комом. Спасибо большое вам. Спасибо.